Очень много говорю, давайте начнем работать. 10-секундная готовность. У нас будет звучать сигнал. И напоминаю, первое упражнение приседания. Начали. Напоминаю, прямая спина идет вверх. Не нужно наклоняться вперед. Нужно плавно опускаться вниз. До горизонтали или ниже. Если чувствуете, что колени перегружаются, не опускайтесь слишком низко. Делайте комфортным для вас варианте. Те, кто хочет больше хардкора, добавляем прыжки. Еще 10 секунд. Пять. 15 секунд. Готовимся к следующему упражнению. Это отжимание. Простой вариант. Делаем отжимание с колен. Полный вариант. Делаем отжимание с прямыми ногами. Поехали. Не обязательно повторять мой темп. Делайте так, как комфортно вам. Важно не количество, а качество. Запоминаю, руки желательно располагать под углом 45 градусов, ближе к корпусу, чтобы не торчали наружу. Можно делать с колен. Еще 10 секунд. Отлично. Остаемся на полу, разворачиваемся. И из положения сидя с прямыми ногами будем делать повороты вправо-влево. Упражнение на пресс, пока сымется. И поехали. Касаемся пола поочередно справа и слева. Чтобы добавить нагрузку, поднимите пятки, оторвите их от пола. Если нужно еще больше нагрузки, возьмите подушку, гантелю, кошку, все, что есть под рукой. Продолжаем еще 10 секунд. Молодцы. Закончили это упражнение. 5 секунд дышим и снова переходим в планку. Примерно как мы отжимались. И из этого положения поочередно тянемся к носкам. Обязательно возвращаемся в прямую планку. Упражнение несложное, но хорошо включает те мышцы кора. Если чувствуете, что можете делать быстрее, ускоряйтесь. Еще 20 секунд. Если позволяет гибкость, попробуйте дотянуться до пятки. Это вариант со звездочкой. Но до носочка тоже нормально. Следующее упражнение. Переходим в положение стоя. И начинаем делать jumping jacker. 3, 2, поехали. Рекомендую делать хлопок над головой и за спиной. Так немножко сложнее, но полезнее для мобильности рук, плечевых суставов. Если не получается, просто касайтесь пальчиками. Если сложно, напоминаю, просто отшагиваем в сторону. Делаем комфортным для себя темпе. Еще 10 секунд.
Отлично. Это был первый круг. Впереди еще несколько. Мы с вами немножко выбьемся из-за расписания, потому что позже начали. Но в ближайшие 15 минут закончим. Надеюсь, это нормально. 6.15. Да, забыл сказать, после комплекса мы еще сделаем заминку. Первая небольшая растяжка, чтобы у нас ничего не болело, чтобы завтра тоже комфортно себя чувствовали. Так, у нас еще 20 секунд. Готовимся продолжать. И напоминаю, наши первые упражнения будут приседания. Так. И продолжаем. Напоминаю, спина прямая. Можете мысленно представить за собой стену. Вы как бы двигаетесь спиной вдоль ее. Вес больше приходится на пятки. Либо распределен по стопе равномерно, но пальчики свободны. Колени не уходят вперед на носок. И напоминаю, для нагрузки можно добавить прыжки. Закончили. Наше следующее упражнение – отжимания. Переходим в планку и продолжаем отжиматься либо с колен, либо полностью. Следим, чтобы у нас спина была прямой, пресс включен. Локти не уходят в стороны. Стараемся держать их ближе к телу. Еще 15 секунд работаем. Отлично. 15 секунд отдыха и переходим к упражнению на пресс. Сидя. Повороты из стороны в сторону. 3, 2. Продолжаем. Напоминаю, можно делать его как с ногами на полу, так легче. Так и оторвав пятки от пола. В любом случае следим, чтобы пресс был включен. И не забываем дышать. Еще 15 секунд. Отлично. Молодцы. Продолжаем. Следующее упражнение – это планка и касание носков. Поехали. Можно немного облегчить, расставив ноги чуть шире. Но в любом случае обязательно возвращаемся в прямую планку. Двадцать секунд. Держим темп. Пять секунд. Закончили. И через 5 секунд переходим к джампинг джекам. Это прыжки с хлопками.
Начали. Напоминаю, крючок и вариант это просто отшагивание в сторону. Но не забываем хлопать над головой и за спиной. Еще 5 секунд работаем. И отдых. Это минута отдыха между кругами. Можно отдышаться, попить водички. А я пока вам напомню немножко про приложение. Если вы с нами на этой тренировке, наверняка знаете, что такое фитнес. Тренировки с собственным весом. И наверняка слышали, что есть приложения, которые помогают самостоятельно тренироваться. Adidas Training – это одно из таких приложений. Содержит много режимов работы. Можно задать себе план, похудеть, набрать массу, набрать мышцы определенный круг и тренироваться по плану. Либо просто зайти, сделать разовую тренировку и чилить дальше. Вот, приложение простое, бесплатное для iOS, для Android. Вот. Это была бесстыжая реклама. А мы с вами продолжаем. Третий круг. Приседания. Вы уже разогрелись, поэтому попробуйте добавить выпрыгивание хотя бы в невысоком темпе. При этом не забываем сохранять контроль над спиной. Еще 10 секунд. Закончили приседания. Переходим к отжиманиям. Три, два, старт. Можно делать колен. Если устали, напоминаю, переведите дыхание. Если все окей, просто держим темп. Осталось 5 секунд. Закончили. Встряхнули руки. И садимся на коврик, на пол. Стараемся не сесть на кошку. Поехали. Повороты корпуса из стороны в сторону. Так называемый Russian twist. Делаем в комфортном темпе. Еще 10 секунд. Отлично. И переходим к четвертому упражнению этого круга. Снова планки. Тянемся к носочкам. И возвращаемся в планку. Планка – это когда руки под плечами.
плечи, попа и колени на одной линии. То есть мы не провисаем и не торчим вверх. Вот, ровная планка. И продолжаем поочередно касаться носочков. Пять секунд осталось. Терпим, работаем. Отлично, молодцы. Еще одно упражнение. Делаем джампинг джеки. Поехали. Полпути, 20 секунд еще. Обязательно касаемся руками над головой и за спиной. В идеале хлопаем. И закончили. Это был третий круг. Восстанавливаем дыхание. Так, это не совсем реклама, но я хочу сказать, что в Adidas Training есть не только самостоятельные тренировки, но и групповые. Мы их проводим по четвергам в Лужниках. В 7:30 вечера можно прийти на Run Base, это Воробьёвы горы метро, перед этим записавшись в группу в приложении, и потренить с нами на открытой площадке на улице. Тренировка примерно такая, как сейчас, но немножко дольше. Мы там делаем больше комплексов. Вот, если хочется компании, хочется общения, приходите. А мы продолжаем. Следующий круг. Приседания. Напоминаю, спина прямая. Вес распределен равномерно. Можно пошевелить пальчиками ног. Коленки не уходят вперед за носок. Молодцы, еще немного. Осталось 10 секунд. Кто прыгает, вам еще веселее. Закончили. Точнее, не закончили, а продолжаем. И нас ждут отжимания. 5 секунд. 3, 2, поехали. Кто делает с коленом, пожалуйста, тоже следите за локтями. Они не должны уходить в стороны. Стараемся держать их ближе к корпусу. Хотя бы под углом 45. Окей. И работаем еще 20 секунд. Пять секунд. Закончили. Остаемся на полу. Как настроение? Хотя как вы мне ответите, вы же заняты упражнениями. Потом поговорим. Поехали. Почувствуйте, как включаются мышцы пресса. Оторвите пятки от пола. Если чувствуете, что можете, добавить нагрузку. Если тяжело, не загоняемся.
стараемся делать качественно, ровно. И со временем увеличим нагрузку. 5 секунд. Два, кончили. Немножко встряхнулись. И наше следующее упражнение. Кто помнит? Планка. И касаемся носочков. Кто освоил, пробуем дотянуться до пятки. И еще 10 секунд. Отдыхаем. Отдыхаем немного. Через 5 секунд продолжим джампинг джеки. И это последнее упражнение на сегодня. Погнали! Двадцать секунд. Выкладываемся. Зажигаем калории. 3, 2, 1. Отлично.